Добро пожаловать в Сретенский монастырь. Он был основан в 1397 году. Именно здесь произошла встреча Владимирской иконы Божьей Матери, которая чудным образом избавила город от нашествия Тамерлана. Главный храм был построен заново в 1677 году, а в начале 20 века на территории этого монастыря происходили страшные события, в память о которых и была открыта выставка новомучеников и исповедников Церкви Русской. Именно об этой выставке сегодня и пойдет речь. Идея организации выставки новомученикам и исповедникам Церкви Русской принадлежит митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону Шевкунову, многолетнему наместнику Сретенской обители города Москвы. После строительства храма Воскресения Христова и новомученикам и исповедникам Церкви Русской на месте, где в 20 веке происходили допросы и расстрелы. И в память об этом страшном событии нужна была некая экспозиция, которая нам об этом расскажет. И вот, наконец, эта идея воплотилась в жизнь летом 2021 года. По благословению нынешнего наместника отца Ивана и трудами братьев монастыря. Этой выставкой мы хотим показать, что не нужно забывать историю своей страны и церкви, чтобы оградить наше молодое поколение от ошибок. Мы рады приветствовать на нашей выставке всех, кто хочет больше узнать об этом тяжелом времени и сохранить то, что осталось у нас, не забывая о прошлом и помня о настоящем. Наша выставка интересна тем, что она имеет современный мультимедийный интерактивный формат, который позволяет визуально прикоснуться к истории 20 века. Такая визуализация будет очень интересна молодому поколению. Мы хотим сохранить память о тех, кто в трудные времена испытаний смог достойно принести их. Не заключив сделки со совестью, не изменив своим принципам, не побоявшись свидетельствовать о Христе своей жизнью и подвигом в богоборческое время. Мы работаем каждый день с 10 часов утра до 6 вечера. Вход в нашу выставку свободный. Мы будем рады видеть вас на нашей выставке.